Привет, ребята! С вами канал «В поисках золота Украины», и у нас очередная экспедиция. Сегодня пятница, и с Генчиком нам дома не сидится, поэтому мы решили выехать, проехать несколько мест интересных, посмотреть, какая ситуация. Пока дождя нету, погода позволяет, и решили покататься. Да и копать уже, в принципе, хочется. Шли дожди у нас неделю где-то, но не было возможности выезжать. Ну что, ребята, вот мы находимся на поселении. Есть у меня находочка, сейчас вам покажу. Зацените. Лежал сверху крестик времен Киевской Руси. Хорошая находочка. Тут кроме нас еще два комрада ходят. Но мы друг другу не мешаем. Ходим, где ходится. Загнутый он немножечко, но ничего, находка. Берем, ребятки, берем. Хорошая находочка. Берем, идем дальше искать. Смотрите. Переехали мы, ребятки, переехали на другое поле. Тут пшеница росла, ее сейчас пахали. И что я вам хочу сказать. Генчик нашел уже два динарика, а я один. Сейчас вам покажу. Смотрите-ка, вот он, я его еще не доставал, сейчас мы достанем, глянем, кто здесь, понятия не имею, кто это такой, ребят, не знаю, сейчас ближе покажу. Что с фокусом такое? О, какой-то император. Не знаю, кто еще это. Я бы дома вкатал и глянуть, кто это такой. Но динарик уже приятненько. Сейчас мы тут походим. Поле после перепашечки. Что-то должно вылазить. Ладно, не будем долго разглагольствовать. Пойдем дальше искать. Смотрите. А вас я попрошу остаться. Информация к размышлению. А динарий этот, друзья мои, оказался варварским подражанием. Давайте-ка вместе с вами разберемся, что же это такое варварское подражание. Варварское подражание – это далеко не совершенная копия античных монет. Проще говоря, подделка. Больше всего подражанием поддавались римские динарии и золотые шиллинги. Кто помнит, мы с вами уже встречали варварское подражание в золоте. Тот золотой ауреус, который вывалился нам с вами в этом сезоне, как раз и является варварским подражанием ауреусу Марка Аврелия. То, что это золотая подделка настоящей монеты, еще не говорит о том, что ее стоимость значительно ниже. Это совершенно не так. Есть подражания, которые по своей стоимости значительно превосходят оригиналы, с которых они были сделаны. И наша монета тому небольшое подтверждение. До сих пор ни один аукцион, на который она была выставлена на определение и оценку, не дал точного ответа о ее стоимости. Ну что, друзья, будем мы заканчивать сегодняшнюю нашу экспедицию. Что у нас по находкам? Генчик 2 нашел, я один. Несколько советов нашел, крестик Киевской Руси. Находки, ребят, мои сегодняшние. Что удалось найти? 2 копейки, 20 копеек. Динарик выпал серебряный. Это обломочек от бубенчика, пуговка, гирька, кусочек какого-то, не знаю, может, браслетик какой-то был. И крестик такой вот времен Киевской Руси. Вот такие, в общем, находочки. Вот такие вот, в общем, находки. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Будут вопросы, ребят, задавайте вопросы. С радостью отвечу на все ваши вопросы.
До новых встреч, ребята. Еще увидимся.